Всем привет! У нас поступление очень интересного аксессуара. Это поясные сумки для детей. Вот, они называются от компании Deuter, мои любимые. Фирма, модель называется Junior Belt. Это модель 2021-2022 года. Вот, у нас здесь, значит, модель, на которой мы сейчас продемонстрируем, как это сидит на ребенке, и мы у него спросим, как бы он это использовал. Вот, значит, вот такие вот поясные сумки. Есть у них два режима носки. Это, значит, на поясе и вот так вот по-модному, по-молодежному через плечо. Вот. Здесь вот такая вот у нас беззубая модель, что показывает, что это для такого переходного возраста. Вот, значит, модель одинаковая, Junior Belt, просто в разных цветах. Вот такой вот красный цвет, вот такой вот фиолетовый цвет, голубой и такой вот фисташковый с голубыми молниями. Очень интересное сочетание цветов, молнии и самой сумочки. Вот, значит, что у нас тут есть? Давай посмотрим, что у нас тут есть, как это в карманах. Ну, как бы, какие у нас тут есть отделения. Значит, маленькое отделение, ты бы сюда что положил? Такое. Ключ бы сюда положил? Да. Ключ от дома, да? Что-нибудь небольшое. Хорошо. Зацепить на карабинчик можно, да? Вот, далее у нас что тут? Отделение. Вот, тут у нас вот такое большое отделение. Вот, здесь можно написать твое имя. Вот, чтобы, если ты, допустим, потерялся или ты потерял сумочку где-то там на детской площадке, чтобы ее потом можно было найти, позвонить твоим родителям или тебе. Вот. Ну, если ребенок постарше, можно положить вот сюда вот телефон, удобное место для телефона. Кстати, есть такая проблема у современной молодежи, что они, телефоны сейчас пошли вот большие, маленькие, ну, как бы, а у детей кармашки маленькие, то есть они несоизмеримы с их размером. Соответственно, если взрослый человек может спокойно положить куда-то в кармашек, то взрослым, то детям это выглядит, как будто он несет планшет с собой. Вот, и по весу он очень большой. Поэтому, чтобы телефончик с собой всегда был, вот, очень удобно сюда вот в такие сумки складывать телефон. И там, допустим, может быть, карточку какую-то, мелочь какую-то там что-то купить. И ключи от дома. Ну, давай посмотрим, как это выглядит. Ты бы что еще положил сюда вовнутрь? Телефончик еще? Сейчас. Еду какую-нибудь, да? Да. Чупа-чупс, шоколадку. Вот, значит, вот так вот, вот так вот это смотрится на ребенке. То есть вот шестилетний ребенок, у него вот такая вот сумочка. Не смотрится громоздки, она как взрослые сумки. Вот. Вот таким вот образом это переносится, как я уже сказал, второй вариант. Есть вот регулятор. Вот. Так вот можно переносить через плечо эту сумочку. Можно под низ так вот убрать, да? Чтобы никто не видел, что у тебя есть. Ну нет, уж под низ, конечно, это сверху одевается. Вот такой вот. Такая вот сумка. Хочешь такую сумку? Ну, было бы классно. Было бы классно? Ну ладно.